что вы правильно делаете. У меня нет выбора. Вы ошиблись. Я наказан. Ты испоганил Моцарта, еврей! Подождите, скажите, что вы хотите, вы это получите. У вас есть дар воскрешать мертвых. Есть деньги, но где? То, что мне нужно за деньги. Что нужно? Я хочу видеть, как вы обделаетесь. Вам же страшно. Что мне страшно, я умираю от страха. Вы же не умирайте от страха, не умирайте. Я не мог вас слушать, это был мой отец. А то был мой отец. Я больше никогда никого не убивал. Потрясающее благородство. Потрясающее благородство. А как бы вы поступили на моем месте? Все, идите отсюда. Что? Вы свободны. Уходите. Я все, что мне нужно, увидел. Слышал. Убирайте слово. Вы свободны. Уходите. Ну и хорошо. Пусть будет так. Все равно моя цель достигнута. Выставить меня на посмешище. И только-то не мелковато когда, а? Вы всю жизнь искали человека с фотографией, чтобы несколько мгновений наслаждаться его страхом. Вся жизнь ради нескольких мгновений. Столько горя и такой несправедливый финал, как вы выразились. Разве оно того стоило? А вот и стоило. Я бы все равно вас искал всю свою жизнь. Я бы все равно вас нашел. Ну, это как вам